Первое заседание правительства Армении в этом году получилось весьма революционным. Премьер затронул тему туалетов, передает ДАЯС со ссылкой на армянские СМИ. Судя по всему, у некоторых Новый год получился гастрономическим и оставил удручающее впечатление. То есть очная со съестным в праздничные дни была далеко не бархатной. Строят пятиэтажные рестораны, в которых позолоченные стулья, но когда открываешь дверь в туалет, тебе кажется, что ты находишься в зоне бедствия. Нельзя строить ресторан за 500 тысяч долларов, не потратив больше 50 долларов на обладание нормальным туалетом, заявил Никол Пашинян с возмущением по части увиденного воочию. Можно предположить, что если в прошлом году Пашиняна нервировали каркасы автомобилей, в этом году в тренде будет тема туалетов. Что же является причиной всего этого, сказать трудно. Интересно узнать, в новогоднюю ночь премьеру подали в ресторане «Шереп», что значит «половник», нормальную еду или все-таки старые блинчики? Не смешивал ли дорогой гость разные блюда? Было ли все в порядке по части уборных ресторана? Интересно также узнать, с каких пор народный премьер начал посещать рестораны стоимостью в 500 тысяч долларов и оказываться в конце в зоне бедствия. Какой конкретно ресторан стал причиной недовольства и эстетического дискомфорта премьера? Спорить с Николом Ваваевичем в этом вопросе не приходится. Нормальный ресторан действительно должен иметь также нормальный туалет. Настолько нормальный, чтобы в нем можно было делать селфи.